Капсула 1, говорит Флорес. Разрешаю спуск на поверхность. Принято. Отключаюсь. Запуск вспомогательных турбин. 20 секунд до входа в атмосферу. Ускоряйтесь и разворачивайтесь. Первичное зажигание. На 30%. Поворачиваю. Поворот завершен. 20 тысяч футов. Снижение. Капсула 1, у нас помехи. Переключитесь на усиленную антенну. Подтвердите прием сигнала. Порядок, капсула 1. Приземляйтесь. Почти как дома. Это меня и пугает. Ну, босс, порядок? А грузовик? Снайперов на третью и на шестую линию обороны. На установку командного пункта даю час. Бегом! Готман, сюда! Ты знаешь, чем мы рискуем. Флорес уже наполовину разобрали. Двигатель будет питать город на 500 000 жителей. Если у первопроходцев что-то получится, сразу докладывай мне.
Сэр, я просто слежу за порядком проведения операции. Здесь не земля, Шира. Здесь нет никакого порядка. Внимание, первопроходцы. Я знаю, о чем вы думаете. Назад пути нет. И никто не знает, что нас ждет впереди. Но заковские головастики не одобрят посадку, пока мы не найдем их зонды. Так что за работу! Так, первопроходцу Альфа, как слышно? Это Альфа, прием. На линии атмосферный шум. Не можем связаться с зондом. Штаб Зак, наши системы в порядке. Мы разобьем лагерь. Рекам, на линшу. Штаб, повторите. Хочу немного размяться. Я пойду вперед, чтоб тебя не съели в первый же день. Да успокойся. Это вообще не обязательно. Если бы не ты, меня бы тут не было. Хм. Ладно. Идем. Всем быть начеку. Какой воздух, а? Не пойму, как можно дышать чем-то без запаха сгоревшего? Нравился воздух на земле. Он привычнее. Поверь, свежему тоже быстро привыкнешь.